Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Camry 2012 года выпуска. Двигатель 2.5, автомат, передний привод. Пробег на этом автомобиле 80 тысяч километров. Сегодня заменим на нем свечи зажигания. Открываем капот и добираемся до свечей. Снимаем крышку. Снимаем разъемы. Ослабляем 4 болта крепления катушек. Там дунуть, плюнуть воздухом, да? Продуем свечи. Во избежание попадания каких-либо частиц в цилиндры. Нагар отличный. На всех свечах одинаковый нагар Денса СК-16 HR-11. Новые свечи будем ставить тоже Денса, только модель, маркировка свечи ВКХ-16 с улучшенными характеристиками. Берем, устанавливаем и закручиваем динамо ключом на 25 ньютон-метров.
Ключ я выставил на 25 ньютон-метров. Все, свечки мы подтянули, устанавливаем на место катушки. Наживляем болты. И подтягиваем. Сильно тянуть не надо. Надеваем на место разъема. И закрываем крышку. Все. Замену свечей мы закончили. На этом все. Всего вам доброго.